Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я Роман Карасев, вы смотрите YouTube-канал «Планета Дзюдо». Сегодня я нахожусь в городе Перник, Болгария, где состоится чемпионат Болгарии, личный чемпионат Болгарии по дзюдо среди спортсменов, чей возраст не превышает 21 год. И здесь сегодня мы увидим ребят и девушек, которые будут оспаривать путевку для попадания в национальную сборную Болгарии. Ну а сзади меня вы видите спортивный комплекс, где будут проходить соревнования. Мы потихоньку потом войдем внутрь и посмотрим, что там будет происходить, как устроен зал. Но что хочется сказать, видимо, тенденция такая не только в Российской Федерации, но и вообще во многих странах мира. Ну, в частности, в Болгарии очень это заметно, что основные, так сказать, спонсоры, так назовем, кто поддерживает спортивное движение, это компании, которые принимают ставки, или назовем это такие вот казино, игровые компании. Вот, и сзади меня вы видите тоже надпись. Давайте я приближу сейчас, мы почитаем. Сезам, видите, казино и спорт. Я не буду особо комментировать, видимо, наверное, так и должно быть. Вот. Что ж тут поделаешь? Если этим компаниям есть чем поделиться со спортом, наверное, это и хорошо. Вот. Ну, давайте пойдем внутрь, посмотрим, как устроен зал, и потом будем снимать соревнования. Возможно, я даже смогу взять интервью у спортсменов, может быть, у тренеров, которые привезли сюда своих ребят из разных клубов дзюдо Болгарии. Опа, Thank you.
победитель Алекса Георгиева ЦСКА. Михаил Бортиняшко, Межа. Победителка Ивелина Рос. Да се готви.
ты что, разговаривал с Костом Палов, тренер, и разговаривали по поводу травм, которые бывают в дзюдо, и которые зачастую не позволяют продолжить спортивную карьеру многим дающим надежды молодым дзюдоистам и дзюдоисткам. Этот вопрос очень остро стоит не только в болгарском дзюдо, но и вообще дзюдо в мире. Как происходит так, что спортсмены получают травмы, зачастую даже в самых безобидных ситуациях, на тренировках, ничему не предвещая, вдруг происходит разрыв связок или какое-то падение незначительное приводит к очень сложным и трудным последствиям, которые непоправимы для участия в соревнованиях. Мы с ним поговорили, и есть такое мнение, что, скорее всего, это какая-то генетическая предрасположенность, что спортсмены многие за свою спортивную карьеру вообще не получали травм. Допустим, пример тому, вот мое недавнее интервью с Хусейном Осканом, олимпийским чемпионом. Я у него спрашивал, были ли травмы у него. Ну, он ответил, что травм не было за его спортивную карьеру. Только в самом конце уже спортивной карьеры на тренировке он получил травму связок колен на ноге и прекратил спортивную карьеру. А в принципе не было никаких травм. То же самое Георгий Георгиев, болгарский призер Олимпийских игр. И, видимо, это какая-то генетическая такая составляющая, которая дает возможность не получать травмы. Возможно, получение травм приводит к тому, что неправильный тренировочный процесс. Слишком перегружают молодых спортсменов или уже, так сказать, зрелых. В общем, хочется узнать ваше мнение, уважаемые зрители. Вообще, как можно предотвратить травмы? Ну, я имею в виду травмы, которые такие существенные, которые не дают возможность дальше продолжить спортивную карьеру. Напишите в своих комментариях, поделитесь своим опытом. Я думаю, что многим это будет интересно.